Всем привет, дорогие друзья! Получил я сегодня посылку. Посылка непростая. Здесь рюкзак. Попросили знакомые к школе дочки рюкзачок. Но характерно, что заказывал я ее, то есть способ доставки — обычная почта Китая, бесплатная, то есть рюкзак стоил что-то там 26 или 27 долларов, не помню. Но китаец молодец, не молодец, даже не знаю, как сказать. Отправил ее почтой ЕМС, то есть за 35 долларов. Почему так получилось, я даже не знаю. Но, конечно, спасибо ему за это. Не ожидал. Платить мне ничего не пришлось. Но и, как бы, не такая уж радостная вещь, потому что параллельно с этой посылкой еще пришли другие посылки, которые заказывались обычно, ну, заказывались даже на пару дней позже и были доставлены обычной почтой Китая, воздушной. То есть теперь, ну, думайте сами, есть ли смысл переплачивать вам за пересылку, то есть оплачивать вот эту EMS почту, там обычно в районе 35 долларов все это дело стоит. Или же лучше заказать обычные почты Китая. В принципе, доходит все одинаково. Такой вот пакет. Здесь наклейки. Вот такая вот бумажка какая-то была приклеена сзади. На самом деле, честно говоря, я первый раз получаю посылку почты EMS. Так что точно не знаю, что здесь на этой бумажке. Вот видите, надписи. Ну, это, как понял, акт. То-то-то-то-то. Вот мы видим 13.08 ТЦ Московской области. Это штамп Московский АСЦ. То есть принял данную посылку. Сегодня у нас 21 число. И то есть грубо почти 10 дней, 8 посылка наша болталась на территории московского региона. Хотя за это время, я думаю, до Китая можно было бы пешком дойти. Вот так вот у нас работают платные посылки. И для меня она бесплатно, как бонус. Кстати, продавец очень общительный. Он описал, в принципе, все это дело, сказал, что быстро отправит. Хотя отзывов о продавце очень мало. Он начинающий, видимо, продавец. Вот такой вот рюкзак, короче, с 3D-рисунком лошади. Давайте его вытащим сейчас из пакета и мы посмотрим получше. Так, сейчас я возьму камеру, подниму чуть-чуть, чтобы вам было видно. Вот такой вот рюкзачок. Вот такой вот узорчик на нем. Есть разные там, и с орлами, и с лебедями. Но ребенок любит лошадей, поэтому заказали с лошади. По качеству, ну, хорошее качество. Претензий пока что нет никаких. Не знаю, надолго ли хватит данного рисунка. Так, давайте сейчас посмотрим, что пластиковая молния хорошая. Внутри хороший материал, то есть обшивки. Качество хорошее, отлично. Как бы
Единственный вопрос, вот насколько хватит вот этого вот изображения. Вот, извиняюсь. А качество, в принципе, товара на твердую пятерочку. Тем более за такие деньги. $26. Так что вот так вот. Ссылки на продавца товар будут под видео. В принципе, рекомендую. Скорее всего, он сейчас всем так отправляет почты и EMS. Так начинающий хочет завоевать рейтинг и поднять его. Ну, молодец. Спасибо ему. Отдельно напишу. Благодарю. А вам спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся. Ждем новых видео. Пока-пока.